Президент России Владимир Путин сегодня удивил всех присутствующих при всем честном народе, поцеловав живот незнакомого ребенка. Прогуливаясь по территории Кремля в окружении своих советников, президент России подошел к мальчику лет 6, задал ему несколько вопросов, после чего на глазах у изумленных родителей, телохранителей, министров, журналистов и самого ребенка задрал ему футболочку и поцеловал в животик. После этого Путин ретировался. Пресс-служба Кремля пока никак не прокомментировала поступок главы государства. Thank you.